Precisa să ne drăghețăm emisarul nostru. Și o program ca obișnă, ca Fubara a zis, a produsat ca și odec, a zmișat nevetii. Вечер, итак, поздравления. Еще раз напомню, сегодня праздничный вечер у нас в заведении у хозяйки заведения Кафаразис, у Сусаны, день рождения. Побольше вам счастья, добра, исполнение самых заветных желаний. И эксклюзивный подарочек, вот прекрасный праздничный вечер встречаем. Ты мудрость и красота, ты нежность, роскошь, озарение, моя желанная мечта. Весь мир окутан чистотою. Принимайте поздравления от любящего мужа. Добрый нежный человек. Ты, та, которую искал. Ты, моя душа. Слава Богу. Шепчу тебе, моя любовь. Жизнь без тебя лишь ожидание. Чтобы тебя увидеть вновь. Yeah.
напомним нашему... Докажи же, что ты молчишь! Галин! Знаете чего? Знаете чего я тут? У цієї дівчини... Дівчина, ти сюди, ходь сюди, дівчина. У цієї дівчини сьогодні 17 років. Хочеться побажати їй всього самого найкращого. Подарувати сьогодні. Великий вам дякую!
Спасибо! А дальше дискотека, дискотека, но уже бесплатно. Я тут тебе писала, выучить не успела, зато писала. Главное, что писала. Да. Співробітниці такої, як ти, мені в житті не знайти. Завжди несеш ти позитив. І розумієш, радуєш наш колектив. Наполегливо рухаєшся ти до мети. Я все можу тобі довірити. Твій труд великий я ціную. Тебе ніким не заміню. Тобі бажаю в день народження удачі і багато везіння. Робота, щоб була не в тягар, а в житті бачив тільки радість. Скажи, Петла! Ми тебе дуже любимо, моя хороша. А нет, доставай! Самому лучшему художественному руководителю сейчас Лисовского будинку культур! В первую очередь большое спасибо моему коллективу. Сейчас Лисовского дома культуры в составе моего мужа, моей хорошей подруги, брата мужа назывного, детство там помогает. Вам большое спасибо за такое шикарное поздравление. Жаль, что дитё у нас не пьёт. Поэтому он сбежал, чтобы не искушать судьбу. Но он настоящий, даже если не пьет. Огромное спасибо моим бусинкам, украшениям всей Арабатской стрелки. Все уже знают, они работают недавно. У них это первоначальный опыт. Это мои бармены-официанты. Малена, Айше, Ринат. Это самый лучший состав. Таких больше нет. Самый важный у нас здесь после... Я не знаю, да его нельзя ставить после. Сначала он, потом все кафе. Это наш музыкант Исмет. Он у нас самый лучший. По аплодисментам вижу, что он лучше нас всех. Спасибо огромное поварам на кухне. Это тетя Соня, как ее все называют, хотя она очень молодая, не знаю зачем тетя. И Ира, которая очень взрослая, но почему-то для всех Ира. Им тоже большое спасибо. У меня есть зять, который известен на общественных началах, чтобы жена его не переутруждалась, очень нам помогает. Это Женя. Ему тоже большое спасибо. Всем вам. Все, кто здесь сегодня были. Все, кто это видели. Белых вижу. Привет! Я вас всех очень люблю. И свой коллектив. И один, и второй. И родственников, и друзей. Отдыхающих любим мы. Всем вам спасибо за такое огромное, шикарное поздравление. За столько много вкусных тортов. Спасибо за мой такой шикарный день рождения. И вам всем хорошего отдыха. А вам успешной работы. И самое главное, я так поняла, что организатор этого всего, я его всегда называю очкарик бородатый, это мой муж. Я тебя очень люблю, Азиска. Спасибо тебе огромное. Сердца не прикованы, не сонны, но и на волне мечты.